Президент подписал закон о гаражной амнистии. Кто может ей воспользоваться? На какие гаражи закон не распространяется? Есть ли льготы у инвалидов? Смогут ли они оформить гараж во дворе? Нужно ли уплачивать госпошлину за регистрацию права на гараж? И какие расходы гражданам стоит учитывать? Смотрите программу «Город С» 8 апреля в 20:30. Гость в студии – заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.